Всем доброе-доброе утречко. Вот у нас 6 часов, уже светает. Глядите, какая красота. Цветет глициния. Вот такая арка прям на углу дома. Накрапывает дождик, а я направляюсь на работу. Уже светло, улицы пустынные. Ну а мне надо ехать работать. Здесь неделя прям холодно. Завтра ночью обещают прям плюс 1-2 градуса тепла. Но днем термометр показывает плюс 20. Такие большие перепады. Ну что, всем хорошего дня, а я пошла работать. Вышла с работы, у нас зачастили дожди. Неделю холодно, идут дожди, но домой надо ехать. Дождевик не взяла, еду так. Он, может быть, сейчас перестанет. Вот я уже дома. Сейчас надо учить немецкий. Разложила уже учебники, вопросы прохожу. И только что пришла посылка. А заказала я вот такие новые тапочки. Мои уже совсем прохудились, стерлись. Так что будут новые. Сейчас сразу примерю. Заказываю на Алиэкспресс. О! Красота! Потемнее света не было. Но и это отлично. Ура! А стоят всего 2 евро. В интернете дешевле заказывать, чем в магазине. Ну что хочу сказать. Подошва мягкая-мягкая, но очень тонкая. Ну для дома самое то. Так как у нас плитка, в них не холодно. И такая цена смешная. Так что буду носить и радоваться. А еще заказала вот такие вот коробочки для вещей в шкаф. Носки, трусы, бюстгальтеры с прочными боками. Чтобы был порядок в шкафу, взяла пока 2, попробуем. Если понравится, можно еще взять. На нижней стороне тут замочек. И бока очень упругие. То есть можно коробочки ставить друг на друга. Носки, футболки. Не прогибается, и сверху видно, что находится где. Вот такой расцветки. Посмотрим, как Аня будет довольна или нет. Вот так. Ну, еще раз прямится. И занимает мало места. Осталось только наполнить.
Вот тапочки, такие две коробки, обошлись 5,27. Ну что, как-то так сложила. Вот одна коробочка у нас была. И рядом станут такие коробочки. Хорошо, что жесткие бока. Вот сразу сколько места свободного. Сюда можно ложить еще что-то. А сейчас я выбралась в центр. Магазин. Тут пешая зона и много магазинов. Вот такой магазин у нас есть. Еврошоп. Потратила 3,60. Купила вот такой шар. Готовлю к дню рождения. Такое в тортик. И свечечка. Скоро внучке 2 годика. Сейчас еще зайду в ДМ. Людей в центре много. Обычный будний день. Здесь полка. Все для стирки. Я вот решила взять кислородный отбеливатель. Стоит он 2,85. Попробую. А теперь, что я купила в ДМе на 6 евро. Это кислородный пятновыводитель. Первый раз буду пользоваться и пробовать. От пятен. Для чистки кастрюль и кухонных полотенец. А вообще, надо тут все почитать. Вот такая пудра Балия для обуви. Коллеги по работе порекомендовали трусить в обувь. И не будет запаха. Вот такие спонжики для снятия макияжа, аж 140 штук, надолго хватит. Ну и женская необходимость. Народ уже разделся. Девушка идет вообще с открытыми плечами. Кто раздетый, кто в куртках. Колокольный звон. Зеленая стена. Абсолютно весь дом зеленый. Дороги ремонтируются. Все обновляется. Впереди слева тоже ремонтные работы. А я еду уже домой. Вечером обязательно поучить немецкий. Вот глициния уже отцветает. Уже не тот цвет. А на смену начинают цвести каштаны. Все, я возле подъезда. Всем хорошего вечера.
мира, добра и, конечно же, благополучия. Чус!